размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Личности с этим именем, обладающие этой вибрацией, излучают спокойствие, доброту, мягкость и душевное тепло по отношению к окружающим. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Люди с этим именем знают, что живут в этой жизни для того, чтобы выполнять роль арбитров в различных конфликтных ситуациях, а также нести утешение и надежду тем, кто в этом нуждается. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Звук В в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого – склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Для людей с этим именем присущи временные материальные амбиции, уступающие место тревоге, а порой борьбе за достижение внутреннего покоя и равновесия. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей и принципиально сковывает их возможности. В этом имени звук В не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.